Итоги выборов губернатора Подмосковья прокомментировал депутат окружного совета депутатов от «Единой России», директор Захаровского дома культуры Владимир Виницкий. На протяжении 3 выборных дней я посещал избирательные участки, общался с комиссиями и наблюдателями. Выборы были организованы максимально корректно и профессионально. Особый интерес вызвало дистанционное электронное голосование. Почти 400 тысяч жителей региона воспользовались новым форматом. Процедура голосования совершенствуется и становится более комфортной для избирателей, подчеркнул Владимир Виницкий.